Америкам пришло время для проверки кишечника на прочность. Если бойцы основатели увидели, как мы ютимся в своих коконах и смс и смайликами, они разорвали бы свои напудренные парики от стыда. Если самое опасное, что с нами может произойти сегодня, это передозировка витамином С, мы влипли по самое не хочу. Люди, мы конкретно подрасслабились, и все лайки мира теперь не спасут нас, кроме одной штуки. Добро пожаловать туда, где на всех скоростях мы мнем машины друг друга, забивая на страх, где наплевать на правила, где убивать за очки, где самые прокачанные в мире тачки. Разбавь наскаром жизнь свою, почувствуй вкус славы, отдохни на краю. Добро пожаловать туда, где наш дом, где мы жарко жарим стейки, запивая их вином, где мы рады всем, как рады грешникам попы, и кем бы вы ни оказались, вы для нас всегда випы. Разбавь наскаром свою жизнь, обними детишек, жену ублажи. Ты хочешь, чтобы Билли и Салли в науке преуспели? Отправь их в школу наскара, они будут благодарны тебе на самом деле. Наскар все получают трофеи, конечно, если в чертовой гонке выиграть сумеют. А вы в курсе, что пока вы смотрите 10 миль из Санама, можно протестировать лучшего в мире вина? Разбавь наскаром свою жизнь, на масло толстым слоем и корку положи. Добро пожаловать туда, где ваши бесы боссы, где плавятся покрышки, даже не входя в заносы, где парни и девчонки на ринге на равных, и только жесткая борьба решает, кто главный. По 300 километров, мать их, в час – это что-то. 700, мать их, лошадей под мать его капотом. Они идут ноздря в ноздрю перед финишем, и все-таки Офферман вырывает победу у Харви. Это Харви, Лагана, и Хьюман, и Хамлин, Козловский, Дейл Джуниор, у них вместо яиц камни, Джефф Гордон, Карл Эдвардс, Мэтт Кензов, The Bushes. Говорят, что Джимми Джонсон вернется, чтобы надрать всем уши. Разбавь наскаром жизнь свою, почувствуй вкус славы, отдохни на краю. Наскар совершает триумфальное возвращение на NBC Sports 4 выходные июля.